Попушает. А то когда еще соберем? Канал Люхана будет жить. Да, надо его немножко... И Люхан тоже будет жить. И Люхан будет жить, да. Ну, в принципе, как Люхан меня попросил, собственно, я то и делаю. Люхан, если ты вернулся и смотришь этот видос, не обессудь, мы делали все, что могли. А, да, просмотров мало. Это закладка на будущее. Смотрите, какие стринги на карте. Ну, я смотрю. Я же принимаю участие, я смотрю на нашу лавочную игру. Ну, Болвакс и Девастаторы, к сожалению, что-то не стримят уже давно. У них там, конечно, повеселее турбозамесы. Я себе выпал случайно фракцию, а по итогу мне выпал все тот же Черная Рука. А мне всегда маринованные кейном выпадают по рандому. 99% случаев. Ну да. Только Джим, не делай сжигалики. Ну, в смысле, этих огнеметные тянки не делай. Делай лучше ключевые клюшки. Тут, конечно, хоть поверхность не очень ровная, но все же. Потому что огнеметные тянки будут бесполезны. Мэтр, я блекет. Кого мне еще спамить? Ну, так я тебе говорю, ключевые клюшки. Нафиг они мне нужны? Ты за обычный нот спам ключевые клюшки. А я буду спамить... Обычный нот надо скорпионов делать. С дозерблейдами и лазерами. Ну и отлично. Так, надо пехоту включать. Интересно. Но Мэтта, тебе придется на фронте будет отбиваться, да? А, погоди, бот у нас вообще в другой жопе мира находится. Но он напротив меня. По мосту может прийти. Ну, прямо он к тебе в тыл, прям к самому первому придет. Не, я про то, что типа он по мосту может пойти, если захочет. Более-то брутал. А брутал он вообще, сука, умный. И быстрый. Самый прописанный бот из всех. Но все равно слабый. Я брутал, а не всегда вытягиваю. Смотря кто ему выпадает. Если ему сейчас выпал скрин, то нам пипец. Что, вы играете? Да, да, мы играем. Брутала мочи на видео. Ну я не знаю, если ты, Рейзер, еще будешь играть после этой карты. Так вот, Джин. А, понятно. А так, ну, пока в ближайшее время, какие у тебя там не это. Сам не знаешь, когда еще свободен будет. Что, все, вы больше не будете, да, играть? Ну, я бы сыграл еще. Просто больше... Колду. Кто? Кто-то в колдуебину предлагает? Ну, можно пробовать. В компанию. Тут тоже можно угорать. Блин, я не хочу компанию, я хочу зомбарику убивать. А зомбари уже надоели. Но я точно еще играю какое-то время. Насчет меня не уверен, посмотрим. Ну, в принципе, да, я где-то, может, час, полтора, два. Кто у нас? Нот. ГСБшник? ГСБшник. Нот ванильный? А нет, какой... Нет, это ГСБшник. А, у него тоже зоком. Питбули делает. Да. Блин, денег нету покупать. Construction complete. New construction options. Missile squad ready for combat.
Но я про петрушевую бы так как могу. Он питбули спамит, яростно. Ему спайк про петруш, ой, спайк, говорю, харвестер. Если бы я до них мог добежать. Ну да, кто-то смотрит. Так, они тут по левому фронту, Рейзер там есть еще где-то. Будь на фоксе. Если он не уговаривается, понятно, я вижу, да, но я пушечку поставлю. Я тоже поставлю. Помогу, чем смогу. Только непонятно, они придут сверху, а, ну да. Только вот ПВО не знаю. Я в принципе могу поставить, но у меня в данный момент времени денег нет. Я поставлю. В принципе, там ракетчики убивают. Блин, Джин, ты там можешь как-то телек сделать так, чтобы... Так они у меня. А, это не у тебя? Резовый, что ли там что-то? Вот, уйди, как-то будет. Ну да, да. С очень какими-то прямо ожесточенными. Здесь тоже 4-ствольного нету. А, нет, она есть. Ясно, ладно. Это надо, да, она есть. Помнить. Не, она есть, есть. Да, да. Быстрее вырвал. Отправил. Забыл про него. Но он меня не купает. На центре там по возможности, если у кого-то есть такая на центре кавать. Ой, у меня всего один питбуль остался. А, ну нормально, они мне отписывали. Питбуль. Блин, надо было кран сделать. А ты что, на синьке, что ли? Кран делать? Не, я вон поэкспандился в центр. Да, я вижу. Так что можешь здесь эти ставить. Блин, с левого фланга ботам прощать, я помогу. Нет, ой, подкрепление. Я
Repairing. Harvester under attack. Our base is under attack. Unit under attack. Construction complete. Insufficient funds. Acknowledged. Походу там десант не долетит, у него шимшотов очень много. Он меня сейчас тут собьет меня. У моего десанта случилась преждевременная посадка. Да. Что у нас тут? Так, я Рейзеру маленько своих ракетчиков наспамлю. Может, он вертушки хочет там засадить? Синьку хавайте потихонечку, которую не сделаем. Рейзер, есть свободные вертушки? Я могу тебе посадить этих своих чилипов. У меня на твоей базе, Джим, есть три шмартолетика, я специально для этого сделал. Только на агрессивный сделай всех ракетчиков. А, не на агрессивную. А, ну все, окей. Вопрос. Это твои эти пришли? Я уже испугался, что это бот ко мне приехал. Обосрался уже. Думал, это что за хуйня. Ну, как говорил Джейсон Стэтхэм, лучше пересрать, чем не пересрать. Так, я посадил тебя. А, отлично. Сейчас я полечу про петрушу что-нибудь там. Так, ну что? Ты сильно ты его не мороси. Ну да, там уже. Так, а там уже, ну да. Я даже Т3, наверное, не вскрыл. Оно оказалось быстрее, чем мы рассчитывали. Укат. По-моему, будет идти. 100 заводов он наконопатил. Батас с ним крейсером оставили. Нет, с двумя. А, нет, с тремя даже. Я заметил. Но я их уже убил все. Ну ничего, сейчас мы их пушечками прокатим. Да, у меня ракетчики уже разобрались с ними. Главное, у нас деньги есть строить харвестеры. Надо. Insufficient funds.
по материалу. Что ты там смотришь вообще по этому телевизору, по-твоему? Еле успевают запикивать их. Смотрят то же самое. Могут. А что, на YouTube тоже как на Твиче, на какие-то слова, что ли, триггерится? По-моему, были, блин. Ну, на Твиче хуже, на Ютубе полегче с этим, но все равно. Да, блин. Я думал, YouTube это более-менее относительно свободная, это, скажем так, платформа, площадка. Не, с Твичом хуже. По сравнению с Твичом. Да, по сравнению с Твичом, он как раз свободная. Так, он уже под снос базы идет. Да. Да. А как у него скорее всего... А на чем он живет? Он питается скрипим спирием? Не, он скорее всего захватил эти, как их называют. Подожди, хижина мутантов здесь выпилили? Или он где-то еще захватил ее? Так я не знаю. Я не знаю. Надо смотреть. Их тут несколько, насколько я знаю. Понятно, что не одна. Хорошо, квадратно. Угу. Да нет, никто не считает. А, ну отлично. А, ну да. Да. Ну вот и все. А с вами были Мэтро, Рейзер, Джима Каруби. Всем спасибо за просмотр. Да, подписывайтесь на канал Илюхана. До новых встреч. Да. Ну, блин, всего лишь 11 минут. Ну вы читера!